Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали, потому что у меня всегда вкусно, просто и быстро. Сегодня мы с вами готовим потрясающий ужин, ну или обед, кому как больше нравится, и это будет запеканка из рыбы, картофеля и брокколи в сливочной заливке. Даже ее название звучит вкусно, вы только представьте, что вы почувствуете, когда ее попробуете. Это взрыв! Нам понадобится красная рыба. У меня это горбуша. Брокколи, можно брать свежую, можно замороженную, картофель, соль, сыр, это, кстати, не обязательный ингредиент, просто он у меня лежал в холодильнике без дела, сливки и яйцо. И сначала мы с вами подготовим основные ингредиенты. Рыбу мы порежем на кусочки, у меня, кстати, филе, сразу, я купила сразу филе. Картофель мы очистим от кожуры и порежем на кружочки, брокколи мы разберем на соцветия. Слишком тонко картофель не режем, толщина должна быть примерно вот такая. Потому что мы будем его отваривать до полуготовности, и если картофель будет нарезан слишком тонко, он у нас просто развалится. Я, кстати, всегда нарезаю брокколи ножницами, это намного удобнее, чем ножом. И смотрите, у меня осталась кочерыжка, я ее выкидывать не буду. Уберу в пакет для заморозки, в морозильник, и потом буду использовать при варке овощного бульона. Я так оставляю все остатки от овощей. Жопки от перцев, от лука, от капусты. Классный лайфхак, обязательно попробуйте. Мы с вами все ингредиенты нарезали. Теперь смотрите, нам нужно их подготовить к запеканию. Мы отвариваем картофель в кипящей воде до полуготовности. Брокколи также отвариваем в кипящей воде до мягкости, а рыбку мы обжариваем на сковородке до красивой корочки. Теперь готовим заливку для нашей запеканки. Для этого мы в миску разбиваем яйцо и взбалтываем его вилкой. Теперь сюда же, к яйцу, мы добавляем сливки. У меня сливки жирностью 15%, но вы можете использовать любые. Снова перемешиваем все это. И теперь добавляю немножко сыра. Если вы не любите блюдо с сыром, этот шаг можно легко пропустить. Просто у меня в холодильнике залежался пармезан, и поэтому я решила его сюда добавить. Тем более, мне кажется, что пармезан никакое блюдо не испортит. Теперь снова это перемешиваем, и наша заливка готова. Теперь мы с вами берем форму для запекания. Кладем туда сначала картофель, вторым слоем выкладываем брокколи, и последним слоем мы кладем жареную рыбку. Забыла сказать, что каждый слой нужно немножко посолить и поперчить. Перец у меня закончился, поэтому я использую только соль. У нас получается вот такая уже очень красивая запеканка, посмотрите. Я уже хочу ее съесть. Теперь мы заливаем ее нашей сливочной заливкой. Ставим нашу запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 20-25 минут. Посмотрите, какая красивая у нас получилась запеканка.
очень хочется ее быстрее поесть. Давайте я попробую сначала брокколи. Вкусно, мягко, нежно, витаминно, замечательно. И теперь попробуем рыбку. Сломила маленький кусочек. Горбуша великолепная. Мне кажется, сочетание красной рыбы, брокколи и картофеля, а еще и в сливках, это просто бомба. Поэтому быстрее готовьте такой ужин своей семье. Они скажут вам спасибо.